Вітаю, будемо говорити про те, чого очікувати від наступного року, року вогняного півня. З астрологічними прогнозами будуть ділитися відомі астрологи Олена Осипенко і Юрій Буянов. Я рада вітати вас у нашій студії. Отже, панове, яким буде 2017 рік для України? Я би хотіла виділити найголовніший акцент року. Діло в тому, що Плутон – очень важная планета политики и большого бизнеса. Она имеет очень большое значение как дальняя планета для такого глобального прогноза для стран. Мы знаем, что в этом году произойдет особенный момент. Я очень долго ждала 2017 года, потому что мы с вами проходим период от достаточно сложных событий, на которые указывал Плутон в 2014-2015 году. 2016, когда мы приходили к вам и рассказывали, что это год подготовительный, переходный. И вот, наконец-то, мы достигаем 2017 года, когда Плутон проходит по очень важному символу Украины. Это символ эволюционного показателя. То есть это как стрелка космоса, которая показывает, в каком направлении нужно двигаться стране в своем развитии. Только особенность как раз этого символа в нашей стране в том, что он находится в градусе испытания трудностями. То есть уже тогда, когда Украина родилась, она родилась такой вот задачей на пути эволюции испытания трудностями. То есть была заложена такая программа. Такая программа была заложена, да. И вот Плутон именно в 2017 году три раза проходит по этому символу. Первый раз проходит в феврале. Всегда первый раз он более внезапный, потому что к нему мы еще не готовы. Каким образом это произойдет, сложно предугадать. Но в 2017 году в феврале первый раз, второй раз в июне, а точнее 30 июня плюс-минус две недели. И следующий, третий раз заключительный, который нам уже покажет результаты этого перехода, в декабре месяце. Декабрь 2017 года. И вот на протяжении вот этого периода, целого 2017 года, я могла бы сказать, что прогресс – это хорошо, но к прогрессу не идут ни люди, ни страны спокойно, гармонично. Это не диванный аспект. То есть это определенный вызов, который будет кинут нашей стране. Этот вызов нужно принять, потому что этот вызов во имя всего доброго и светлого, что в нашей стране произойдет дальше. Вот выклик, власне, будет кинутый у світі для нашей страны, там, с какой стороны, певно, или в середине страны? Звідки очікувати? Вы знаете, цих труднощів? Проходит по этому градусу испытания трудностями для всех стран в этом мире, поэтому я думаю, что это почувствует мировое сообщество. Но именно в этом градусе в карте Украины стоит этот символ. И поэтому я считаю, что мы почувствуем это внутри. Мы почувствуем это на верхушке власти. Мы почувствуем это в своей жизни. Мы действительно сможем в этот период сделать важные шаги в плане важных реформ, которые проявят уже себя как результат. Тому що вони якісь були вже начаті. Тобто виходить, що в цей період в лютому, як ви назвали, в червні і в грудні потрібно буде, власне, і робити оці важливі кроки, вони будуть успішними? Это все зависит от того, как мы будем действительно на этот период настроены. Да. Настроены, да. А как потребно себя налаштувати? Ну, речь идет в данном случае о стране, о государстве Украина. То есть все будет зависеть от политической воли вот наших руководителей, которые, значит, в это время должны будут как бы научиться отвечать за свои слова. Вот я бы хотела проговорить, вот, как градус называется, потому что мистерия этого произойдет в течение года, мы увидим события. Градус называется мужественных и сильных духом людей, которые должны держать свое слово. То есть, если люди не держат слово в течение этого года, я не говорю только про политиков, я говорю про всех людей, то Плутон научит его держать. То есть он встряхнет именно того, он проведет через важные уроки именно того человека, который или ту страну, которая не умеет этого делать. Я думаю, что непосредственно, если человек сказал, он должен сделать. И вот этот год важный урок на этом этапе. Тобто виходить, що ми повинні в цьому 2017 році відмовлятися від популізму, а переходити до реальних конкретних рішень. До реальних дій, звісно. Це може означати, що така популістична політика буде відходити в минуле. А от дивіться, 2016 рік, ми з вами говорили в цій студії, ви говорили, власне, наголошували на тому, що це буде періодом складної політичної кризи, ми це побачили. А можна говорити про те, що ця політична криза вже відійшла в минуле, адже, по суті, ми закінчуємо 2016 рік, ну, якщо нестабільно, то вже в
кращей ситуации, ниже его распочинала. Ну, я бы хотела сказать, что все-таки вот этот путь эволюции, он проходит всегда через кризис. Поэтому я не могу сказать, что кризис уже миновал. Но действительно мы сделаем реальные шаги на пути к решению этого кризиса. Вот это важно. И этот год, он сыграет большую роль в этом. Это как раз разрешение этого кризиса. Именно разрешение в декабрі кризису в этом году. Тобто кризові явища ми ще будемо бачити протягом 2017 року і тільки в грудні. Да. Увидимо результат этого. Да. Результат позитивний, негативний, на що нам сподіватися? Здесь я думаю, що теж смогу сказати, тому що дуже довгі роки, з 2013, 14, 15, дальні планети, практично гороскопи України не делали гармонічних аспектів, тільки напряжені. І от напряжені аспекти, вони якраз несли кризис. А от 2017 році их много гармоничных. На самом деле они проходят и от Урана, и Уран – планета свободы и независимости, и Уран всегда был связан с реформаторским движением, с обновлением и во власти, и обновлением законов, которые должны быть уже действительно приносить реальные результаты. Я, например, ожидаю, что в мае месяце и в сентябре месяце будет поставлен акцент на, например, таких реформах, которые направлены на систему образования, культуры и искусства. Это очень важно, потому что все культура имеет огромное значение в странах. И уже давно пора обратить на это внимание. А что касается безвизового режима, сегодня много про это говорят. Чи отримаємо ми его в наступному році? Як складуться сприятливі умови, можливо, зійдуться планети? У нас на самом деле есть свое отношение к этому. Мы не считаем, что это нужно Украине. Украине нужно рассчитывать на свои силы. Безвизовый режим он создаст дополнительные трудности народу. Это не значит, что мы будем без бумажек выезжать за границу. Но, с другой стороны, мне кажется, что шаг в Европу, он очевиден. Украина – европейское государство. И то, что происходит в нашей стране сейчас, это повернет внимание европейских государств к нам. Потому что, на самом деле, наша земля, она очень ценна и для нас, украинцев. И я думаю, что обращают внимание на нас другие страны. Кстати, безвизовый режим – это палка о двух концах. То есть могут из Европы к нам сюда хлынуть потоки вот этих же беженцев, которые творят беспредел в Европе. То же самое может у нас здесь показаться. Поскольку без виз он же в обоих направлениях, не только туда, но и обратно. Правда? Поэтому не надо так стремиться к этому безвизу. Якщо ви говорите про те, що 2017 рік стане вирішальним у політичному аспекті, от що стосується воєнних дій на Донбасі, чи можемо говорити про те, що... Ну, можливо, відчуємо певні зрушення у позитивну сторону. Да, я думаю, что это будет так, потому что эволюционная тенденция страны, она направлена прежде всего к миру. К миру, к равновесию и консолидации. Поэтому я буду очень-очень молиться за Украину для того, чтобы все-таки к декабрю 2017 года именно этот аспект тоже сыграл важную роль в том, чтобы война прекратилась. Там уже появились первые ростки, такие очень слабенькие, что местным жителям эта война не нужна. То есть тем людям, которые проживают там, даже боевикам, эта война не нужна. Надоело им это все. Тобто вот. Все залежить від самого населення, вони вже самі вони вже как бы готові к этому всему, да, потому что они уже поняли, что их, грубо говоря, их там сделали, как это говорят в Одессе, вот, что их обманули, и они уже ищут какие-то пути там. Кстати, наш календарь... Насамперед, це та сила, яка може змінити хід історії. Да, да. Наш календарь там пользуется успехом, то есть в Донецке там продается, и в Крыму тоже, кстати. И в Крыму тоже. Так что... Он называется «Для Украины». Для Украины. Они, ну, можно сказать, рискуют. Это может быть приравнено к экстремистской литературе. Ну, по тем законам. Нет, но у них там же как бы они ведут какие-то военные действия. То есть любое, что связано с Украиной, у них может... Тем не менее, там это все у нас... Наша литература там есть. Все, что связано с Украиной, какие загалом позитивніші моменти, найсприятливіші були для українців протягом 2017 року, року півдня. Да, нас, як астрологів, спрашують, коли грати свадьби, коли відкривати бізнес, коли робити важливі дорогі покупки. І мені хотілося б проговорити ці періоди. Перший період буде з 9 по 31 января. Він небольшой. Це благоприятний період. Благоприятний період для починань. А следующий благоприятний період буде тільки з 4 мая.
С 4 по 31 мая еще один период, в который я рекомендую начинать важные дела. И если человек хочет успешно реализовать свой проект, особенно если это проект в бизнесе, очень важно еще его начинать на растущей луне, чтобы это дело росло, развивалось, приносило доходы и плоды. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы в это время важные законы проходили в нашем государстве. Поэтому май месяц лучше поменьше отдыхать и побольше сделать работу. Ну, как раз Верховная Рада ще має працювати до каникул. Совершенно верно, да. Потому что следующий благоприятный период будет с 15 по 31 июля. Скорее всего, уже здесь будут отдыхать люди. Но тут прекрасно сыграть свадьбы. И на самом деле это больше такой для личного, для личных важных дел хороший период. А вот дальше будет большой благоприятный. С 5-6 сентября по 1-2 декабря. Вот такой большой хороший период. И на этом этапе будет аж три периода растущей луны, в которой можно сделать много добрых, хороших дел. А если сравнивать початок року и другую половину року, яка будет все-таки найбільш дальше? Другая половина. Начиная вот с сентября. Мы вообще видим, что первые гармоничные, очень сильные аспекты для украинцев, для Украины появляются в мае месяце. Но май, скажем так, пограничный, он как бы переходный май-июнь ко второй половине. И во второй половине мы уже и в сентябре увидим эти ростки. В октябре месяце может быть достаточно сложно, потому что вторая половина октября, 1 ноября, солнце заходит в знак Скорпиона. А Скорпион всегда вызывает такие настроения революционные, какие-то больше требовательности. Депрессивные да, тоже моменты. Сезонная депрессия получается. Совершенно верно. Но все равно я вижу, что то, что будет в событиях на Украине разворачиваться в конце октября, начале ноября, это будет очень позитивным моментом для нашей страны. Тобто, что бы ни было, это будет хорошо. Лен, пожалуйста, расскажи. Навіть якщо це буде революція, це буде тільки на позитив. Ну, революційні якісь моменти. Ну, це кожен год таке. Ми ж з вами знаємо, що навіть революція в 17-му році, вона відбувалася якраз, коли сонце в цей період проходить по Скорпіону. А дивіться, от цей рік, що минає, був багатий на скандали і шоу. А що любить півень? Півень теж любить. Він взагалі любить доброту, смілостю і воєнну честь. Взагалі, знаєте, теж так. Не дай Бог, звісно, щоб це прийшлося применяти. Вот, он трудолюбивый пивень, вот, и, как вам сказать, в лучшем случае это золото, ну, это стихия металл, пивень, так, по китайской этой астрологии это металл, но в лучшем случае это золото, а в худшем случае это оружие, меч. Ми будемо сподіватися, що для України це безпосереднє золото, яке відобразиться на кишенях українців. А от кольори, які притаманні? І на всякий случай я вам скажу, що праздновати по китайському календарю нужно не 1 января, а 28 января наступает Новый год по китайскому календарю. За китайским календарем за дата щороку змінюється. Вот она щороку змінюється, потому что... 28 січня. Да, потому что у них совершенно в Китае совершенно другой календарь. У них нету, у них привязка к лунному календарю. Поэтому у них начинается Новый год. Тому хто не встигне відсвяткувати Новий рік 1 січня, з 31 на 1 січня, хай не засмучується, а це відбудеться 28 числа. Я вам скажу більше, це взагалі вопрос совісті, тому що це буддійська традиція. Ну, от назовіть мені хоч одного буддиста, який би был, вот, жил на Украине. Их очень, но их очень мало. Вот. Но тем не менее, мы как, не знаю, люди любят сказки какие-то. И вот в эти сказки начинают верить, совершенно не понимая, что лежит в основе. Вот. Поэтому, ну, отмечайте, если очень хочется, но просто надо понимать, что это не наша традиция, это Китай. А в Китае, ну, совсем все по-другому. Там мозги другие у них. Понимаете? Якщо там все інакше, от як ми повинні святкувати за китайською традицією Новий рік? Да как хотите. Ну, как. Кольори играют? Кольори, значит, в каком колере, например, значит, смотрите, в этом году все совпадает. Значит, по китайской традиции праздничная одежда красного цвета в любой год. И китайцы загалом любят червоный, любят колер червоный, в усьому він абсолютно точно, да. Колер счастья. Да, колер счастья, достатку. Колер достатку. Угу. Да. И пища, это у них традиционная пища праздничная, это пельмени, которые они лепят всей семьей. У них собирается семья, они все вместе лепят пельмени с разной начинкой. Это признак достатка и признак достатка. А признак долголетия – это лапша, вот эта длинная китайская лапша. Вот и все. Вот эти два основных блюда на столе. Ну, там они какие-то салатики, там туда-сюда, но вот чего-то такого особенного там нету. Вот у Лены сын учится в Китае, например. И мы абсолютно точно знаем, что люди там в Китае не заморачиваются на вот эти темы. Они не знают, какого цвета будет. Они даже не знают, какого цвета будет. Китайцы не знают.
И они над нами смеются просто. Тобто у них є улюблений червоний колір, який постійно домінує в усьому. Да, в усьому. А який там цвіт, в якому, щоб угодити петуху, вони того не знають. У них, для них це спосіб зустрітися з сім'єю. Там дійсно дві тижні, от починаючи з першого цього, нікого, нігде, ніякі магазини не працюють. Взагалі. Ну, наверное, как в Европе отмечается Рождество. С рождественские каникулы то же самое там. Вот. Поэтому такое мне бы хотелось добавить, что действительно китайский год начинается 28 января, он начинается с новолуния, и да. То, что любое новолуние – это начало нового цикла, и начинается после этого весна. И мы должны тоже понимать, что в этот момент самое главное – желать счастья друг другу, быть в хорошем позитивном состоянии, что наши мысли творят нашу жизнь. И вот насколько важно в это время быть с близкими, с любимыми людьми и двигаться вперед и думать о хорошем. Я бы хотел, чтобы Лена рассказала про период ретроградной Венеры. Это очень важный период. Я понимаю, что у нас мало времени. Мы сегодня говорили про благоприятные периоды. Мне бы хотелось обратить внимание на этап с 4 марта по 15 апреля, когда неблагоприятно играть свадьбы, делать важные покупки, особенно пластические операции. Венера ретроградная – это планета взаимоотношений. В это время будет сложно их наладить. В это время могут быть конфликты. Поэтому я прошу людей, которые ценят свои отношения, берегите их. Не позволяйте своей душе предъявлять претензии своему близкому, любимому человеку. Точно так же это может отразиться и на международных отношениях, потому что в это время очень сложно навести мосты дружбы. Вот легче поругаться, чем наоборот сохранить мир. Поэтому в это время максимально нужно быть миролюбивыми. И так как Венера будет в этот период очень медленно продвигаться, она надолго задерживается в таком знаке, как Овен. А Овен – это не гармоничное положение для Венеры. Это, наоборот, знак конфликтов, знак войн, знак трудностей. Более того, Венера там продержится с февраля, начиная с февраля до мая. То есть, вот особенно в нашей Верховной Раде, где очень любят конфликты, я бы советовал нашим парламентариям стараться достигать консенсуса, ну, то есть взаимопонимания в это время. Не драться, не конфликтовать, а находить общее мнение какое-то. И примату ухваливать законы. Ухваливать законы, а как же? Вот самое с лютого до травня месяца. Да, с лютого до травня. И надо обратить внимание, что еще в этот период с 11 февраля будет лунное затмение, а 26 февраля будет солнечное затмение. И вот между этими затмениями, ну, как бы, нужно быть очень осторожным, чтобы не натворить, не наломать дров. Вот, как раз уже будет этот огненный петух, который, в общем-то, уже вступит в законную силу. Да, и именно в это время Плутон будет проходить по градусу испытания трудностями в Украине. Да, да, именно в это время мы назвали февраль месяц как вот такой очень важный. То есть самый напряженный период это будет период вот этот вот между затмениями, потом февраль. Вот самый лютый месяц. Лютый, уже грудень, кинесь року, это будет уже сприятливым. Это результат. Да. Контрольный выстрел. А вот для каких знаков зодиаку цей рік буде досить вдалим? Мы не любим отвечать на этот вопрос, потому что, говоря про знаки зодиака, мы говорим только про положение Солнца в этом знаке, а у человека есть 10 планет важных в Солнечной системе, и они все распределены по гороскопу. Вот даже говоря про судьбу Украины, которая родилась Солнце находится в первом градусе Девы, я все равно обращаю внимание на прохождение Плутона по Козерогу, потому что именно в этом знаке у нас стоит много планет, и именно в этом знаке у нас стоит тот символ, возле которого Плутон будет проходить, и создавать вот эту ситуацию, которая будет помогать нам идти к своему прогрессу. То есть можно говорить про то, что этот 2017 год будет означать на самом деле Плутон? Да, да, совершенно верно. И Венера? Да. Плутон, нет, да, Венера. Плутон, Венера. И Уран. А вот как будет наступ Марса и Сатурна? Сатурн проходит по знаку Стрельца. Я бы обратила внимание больше на год, который будет 2018, потому что Сатурн в 2018 войдет в знак Козерога, в котором у Украины много планет. Mm-hmm. И дальше он проходит по одному знаку в течение 3 лет. С 2018 года по 2021. Вот это, я считаю, те года, на которые стоит обратить внимание. И Сатурн, заходя в свой собственный знак, где он сам обитает, он на самом деле может навести порядок, потому что Козерог – это знак порядка, это знак государственной системы, знак законов.
И там у нас много подводных камней еще в нашей стране. Именно в этом знаке Козерог у нас находится самый трудный показатель — Черная Луна. Когда Плутон, кстати, по ней проходил, мы говорили про эти годы, как военные, как вот кризисные, говорили, самые было, трудные, самые сложные. В это время Крым ушел, на Донбассе началось. То есть именно в те моменты, когда Плутон шел по Черной Луне, первое касание — это был Крым, второе касание — это был Донбасс. И третье, ну там уже люди как-то это самое отстояли Мариуполь. То есть было как бы хотели захватить Мариуполь, но его отстояли. Ну, Плутон також визначається рік для України. Ми не будемо вже втрачати в цьому році. Можливо, навпаки, будемо повертати якісь території. Все, що произойде в этом году, буде во благо Україні. Будет во благо. Даже если будет трудно, все равно будет во благо. Ну, поживемо, як то кажуть, побачимо. Yeah. Дякуємо за прогнози. Будемо дивитися, як і коли вони будуть справджуватися. Але головне, насамперед, українцям потрібно підготуватися до, і не лише українцям, а і законодавцям, до лютого місяця, який найскладніший період. Але будемо працювати і отримуємо результат уже у грудні. Я вам дякую за астрологічні прогнози. Олена Осипенко, Юрій Буянов, астрологи, були гостями нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Щасливих різдвяних свят і новорічних свят. З Новим роком. До зустрічі.